Abu Dhabi. Yo'q, zo'r pullak, men. Добрый вечер. Меня слышно? Общаги, ага. Добрый вечер, меня слышно? Слышно вас, слышно. Все хорошо. Красный бородавра. Благодарю. Мы православные христиане. Людям рассказываем о Боге. О том, что их за это ждет, за то, что они тут делают. Гиена огненная. Ад ждет их за то, что они тут делают. И верующих тут редко встретить можно. Слышно меня, да? Ну, как-то так плохо. Плохо? Сейчас я туда. Не очень хорошо. Вот так. Можете разговор сделать. А вот так как слышно сейчас? А, вот сейчас. Лучше не стало? Добрый вечер. Ну, ты такой не знаю, да. Не хочешь мою бы? Барахлика. Что-то тут мусульман много очень. Откуда ты вообще? Вы мусульмане, что ли? Мы православные христиане. Мы православные христиане здесь проповедуем Христа распятого и воскресшего. Второе лицо Святой Троицы. Добрый вечер. Вечер добрый. У вас такая книга дома есть? Нету, я мусульманин. А, мусульманин? У вас такая, значит, книга есть? Да. Ну. С переводом недостоверно. С переводом недостоверно. А как ты понимать будешь без перевода-то? А вот здесь что написано тогда? Знаешь, короче, да, вот что это самое переводить, знаешь, люди годами учатся. Там... Ну я говорю, как понимать-то, если ты не переведешь, как понимать-то ты будешь? Чтобы понимать и перевод понимать, ты должен будешь кучу, годами учиться. Сейчас то есть ты все. Подожди, братан. Я не хочу сейчас, короче, да, вот религиозный вопрос поднимать, короче, да, вот спорить на этот вопрос. Просто, короче, да, вот то, что я знаю, я тебе говорю. А так делай вывод сам. Там есть такие буквы, которые, да, вот у нас, короче, да, вот даже нету, например, в нашем алфавите. Ну, то есть, то есть недоступен Коран, Бог дал. Если вы считаете, что Бог, он недоступен, получается, для вас, для русских, там, для других, он недоступен. Он доступен тем, кто, короче, да, вот, учится, понимаешь, тот, кто хочет, короче, изучить, во-первых. Во-вторых, если, короче, что-то хочешь, например, узнать из Корана, ты можешь обратиться к тем людям, которые изучают Коран, потому что там есть, знаешь, почему его, короче, так с переводом, короче, его нельзя, вот, распространять. А кто говорит, что нельзя? Где это написано?
Потому что нельзя, да, вот, переводить эти буквы, да, вот, на, например, на наш алфавит. Потому что там есть, вот, буква С, там есть куча, несколько букв С, которые, да, вот, по каждой по-разному произносятся. Понимаешь? Ну, это во всех языках так есть. Что, теперь не переводить, что ли? Дело не в этом. Любой, да, дело не в этом. В Коране есть запрет на то, что его нельзя переводить. Запрета нет переводить, но... Ну и все, что-то вопрос-то какой. Что вы думаете, с головы у себя брать? Как среди народов распространять тогда это? Если это не будет перевода этого. Человек ничего не понимает. Ты говоришь, спроси у этих людей. Так какое доверие к ним? Они там, может, исказят или еще что-то? Да, дай сейчас сказать тебе. Вот, допустим, если так перевод будет доступен всем, то любой кручер может взять, даже тот, кто противится исламу, тот может просто там искажать кручера, да, вот, и переводить, понимаешь? Именно по этой причине нельзя, чтобы, да, вот, кто попал, его переводил. Ну, я согласен, должны официально, что признают ислам, должен признать этот перевод. Я согласен, умные академии там должны переводить, ваши мусульманские, понятное дело. Да, я учился в этом. Вот, и так я и говорю, эти переводы-то, они как раз делаются-то умными людьми-то. Я 5-6 лет учился, и до этого уровня я еще не доучился, чтобы я сам мог читать и переводить. Я мог спросить перевод того, что Курчаря вот нормально отучился, достоверно, что может перевести. Но чтобы я вот перевести, там, знаешь... Ну, понятно, понятно. Это понятно, что это надо огромными знаниями обладать, чтобы сделать хороший перевод. Это как вот у нас, у нас Библию перевели в 1876 году четыре духовные академии, среди которых было несколько святых людей. Четыре духовные академии. То есть это огромные знания, огромные. И там среди них были коренные евреи, которые писали учебники для школ. То есть у них знание языка было очень большое. Для школ, еврейских школ. Невероятное знание языка. И вот мы используем вот этот синодальный перевод сейчас, и мы ему доверяем. Его все доверяют, все. Баптист, ну все, кто есть вообще. Кто... Он всеми признан, этот перевод. Я вот спрашиваю, у вас есть в Коран всем признанный перевод, который, чтобы был на русский язык? На русский язык, короче, да, вот его, что там, как попало, не переводят, понимаешь? До тебя это доходит или нет? А насчет Корана, то, что его, короче, да, вот перевод есть, и есть те, кто могут перевести, это достоверно, уверен. Ну, есть такое, есть, да? Кто могут его перевести запросто. Имамов у нас очень много хватает, короче, кто может его перевести и запросто. Которые, да, вот учились годами. Я вот где-то 4-5 года учился в исламском, но я не достиг того уровня, чтобы я переводил Коран, понимаешь? Нет, я согласен, я это от вас-то и не требую, понятное дело. Ну вот, смотрите, здесь редакционный, это редакционный совет. Я как бы думаю, что Коран-то переводили, убежал. Добрый вечер. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. У вас есть такая книга дома? Вы что, верите в Бога? Я тебя с этого кулака вынесу, мудак. Да. Бесноватые становятся. Вот, как девушка-то вообще ненормально. Хуйню надо, наверное. О, ефритора. Добрый вечер. Ты русский? Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. Вы знаете, кто такой Иисус Христос? Не знаю. А вы можете не материться? Чего вы материтесь? Поганые слова говорите. А что, нельзя? Конечно, нельзя. За это будете за язык подвешены, в аду гореть будете. Как это можно? Такое нельзя делать. Вы знаете, вот это что за книга? Это же по имени Немок. Почему это тебя надо? Вы такая, вот эту книгу знаете? И чего? Да. Вот эта книга жизни, здесь описано, как надо жить, чтобы свою душу спасти. Библия святая. Ну,
Какое твое дело, как я живу, как я разговариваю? А вот мне есть дело, я пришел ради вашей души, чтобы ее вытащить из этой помойки. А я... Ну вы себя только посылаете, вы отказываетесь от спасения. Пойдите в церковь, исповедуйтесь, никогда не произносите такие слова. Нельзя быть таким религиозным, это вообще не круто. Ты просираешь всю свою жизнь. Видите, у вас мат из уст только идет. Вы ничего хорошего-то сказать не можете. Я вам пришел со спасением души. Почему? Объясни мне, пожалуйста, скажи, почему ты так углубился в религию? Я, какая религия? Я говорю про Христа, который пришел, Господь, ради нас, чтобы взять наши грехи на себя. Он умер на кресте. Умер за наши грехи. Он за твои грехи умер. Я тебе об этом пришел сказать. Я тебе пришел это сказать. Ты понимаешь? Ты... А что я хочу спросить у тебя что-то? Давай, спрашивай. Ты же христианин? Конечно, мы православные христиане. Зашли в эту помойку разврата, почему? Чтобы людей отсюда вытащить. Вот из-за чего причина, почему ты так углубился в религию? Какую религию? Я говорю про Христа. Ну, религии тут вообще ни при чем. Религии. Это все дьявол придумал, религии. Христос пришел ради твоей души, ради моей души. Христос, убери эту религию. Религию вообще выкини это слово из своего лексикона. Бог пришел, Бог. И он говорит нам, как нам надо жить. Как? Чтобы мы спасли душу свою. Мы должны уверовать. Знаешь, когда, если хочешь помочь людям, если ты вот так сразу начнешь, не привет, не пока, а сразу так, Христос, так ты никому не поможешь, потому что это вот реально бесит. Если ты хочешь кому-то помочь, ты должен вначале как-то, не знаю, поговорить, потом уже плавно переходить к этому. Ну то есть ты когда мат это слышишь, это нормально? Сразу же матное слово я услышал от вас. Это нормально, да? А говорить сразу хорошие слова о Боге, о спасении души, это не надо так, это бесит. Слово бесит, а слово бес. Слушай, бес. Ты сразу должен вы... Библии, то есть. Библия это слово жизни, Бог изрек. Вы понимаете, что такое? Бесноватые. Как не девушка, то бесноватые. Салам алейкум. Добрый вечер. Я диспетчер. Вам не нужен вечер? У вас есть такая книга? Вы знаете... Все, исчезаю сразу. У вас такая книга есть дома? Здорово, брат. Библия. Библия, Святая Библия. Слово нету. Бога. А вот бля, я мусульман. Ну и что, что мусульманин? Мусульманин тоже человек. У него такая книга есть, правильно? Да. А вот тут что написано? Да, ты что? Вот это что ты написано? Ты что, изучаешь обе религии? Я не араб, я пока не учу арабский, но иншаллах буду учить. Да все так говорят, буду, потом в итоге ничего никто ты... не учит. Я и, конечно, я изучаю. Со дня на день собираюсь. Ну вы, а вы знаете, кто со такой дня Иисус? Со дня на день собираюсь, говорю. Иисус Христос такой, знаете? Кто у вас такой? Коране кто? Это Иса. Иса он такой. Не Иисус Христос, он Иса, алейхиссалям. Это произношение такое, произношение. Иса это по-арабски. Это причем, а Иисус Христос но это по-русски. Он... Иисус, и Иса Иисус это Иисус Христос кто? Иисус, это по-русски сказать, а правильно Иса, Христос по-евре... это один человек. Просто вы его неправильно называете, на самом деле он Иса. Ну, Иса. Вообще по-еврейски, то есть он на том оригинальном пророком, языке... Он был пророком, а не Богом, и не сыном. Слушай, Бога. Это по-еврейски он, у него что, правильное что, имя... Что, что, тебя плохо слышно, брат? По-еврейски у него правильное да, имя, Иешуа, по-еврейски, Иешуа. Не Иса, Иса это давай, по-арабски. Иса подожди, это подожди, правильное имя как ты сказал? Иешуа. Нет, подожди, дай мне сказать, пожалуйста. Не слышишь, что ли? Слушай, ты материшься что-то походу, да? Что-то ты не мусульманин. Брат, я мусульманин, но ты доводишь.
Не обессудь. А, то есть я виноват, то, что, ты, что, то что ты грех делаешь, я виноват, да? Да ты послушай меня, я не слышал тебя, я хочу переспросить. Давай, давай, так давай. Так что ты сказал, как по-настоящему называется Иса? На оригинале, на еврейском языке, Иешуа читается. Иешуа. Иешуа? На еврейском, на оригинале. Ты еврей? Я и русский, я не еврей. По-русски? По-русски Иисус. А по-арабски Иса. Подожди, ты христианин. Подожди, евреи же это национальность? Конечно, национальность. Как и арабы это национальность, и русские национальность. Евреи самая первая нация, которую Бог избрал. Бог избранный народ. Самая первая нация, не арабы, самая первая нация, это Адам, кто был по нации, я не да помню нет, сейчас. Да Адам-то не был нацией, еще но не был нацией. Когда Адам и Ева был... У вас что-то плохо там, вы слышите меня плохо. Я говорю, самая первая не в плане первой появилась, а ту, которую Бог избрал, еврейский народ. Бог избрал еврейский народ, чтобы... Мужик, как тебя зовут, мужик? Вячеслав меня зовут, Вячеслав, город Казань. Вячеслав, приятно познакомиться, я Ахмад. Это хорошо, что разбираешься разбираешься в том, что относится к Богу там, но ты все неправильно понимаешь. Библия это на самом деле была переписана. Ты издеваешься. Переписана была. Я знаю, что ты будешь говорить. Я знаю, что она была переписана, изменена, пришел Коран, который вот он истина. Вот ты это же скажешь, что Иисус не Бог, сейчас, ты скажешь, что это, я не знаю, что ли это. Этого мне не веришь. Ты сейчас... Не вижу, меня послушай, пожалуйста. Через 600 лет пришел... Сейчас ты иногда издеваешься, перебиваешь. Через 600 лет пришел, и что ты говоришь? Перебиваешь, ты меня младше, ты молчи. Ладно, ты меня не уважаешь, но я как... Ты меня младше, ты молчи сам. Ты не, старших не уважаешь. Так как ты старше, послушаю. Послушай, что я говорю. Что? Послушай, что я говорю. Библия была написана за несколько тысяч лет до того, как появился Коран. До него. Я не отрицаю, была, но то она есть, переписана, брат. Слышь, если это слово Божие, если это от Бога, то Бог хранит свою книгу от того, чтобы ее изменяли. Если вы это отрицаете, то вы не можете Бог утверждать то, что Коран деле, является Коран, словом Бога. А не Библию он сказал хранить. Корана то, еще в помине не было, о нем даже никто не знал вообще. Во, пошел мат. Вот у вас Коран весь, к чему научил вас? Получается так, что ли? Что? Вас этому, что ли, Коран учит, чтобы вы матерились, что ли? Сорванцы. Подожди, пожалуйста. Все, мне пора идти.